Мама, будь всегда со мною рядом. Мама, мне ведь большего не надо. Мама, только не грусти, ты меня за все. Мамочка, прости. В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Он учрежден в нашей стране в 1998 году. Цель благая – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить в нашей жизни главного человека – матери. Приближается такой очень замечательный праздник День мамы. Мы, как отделение, которое занимается поддержкой семьи, где мама играет самую важную роль, мы не могли остаться без вот такого участия и решили вместе с вот нашей детской центральной библиотекой провести мероприятие, которое посвящено ее матери. Героинями этого вечера стали многодетные мамы. Среди них Марина Галкина, воспитавшая 5 детей. Было очень приятно посетить этот праздник, потому что на душе радость какое-то, такое веселье. Хоть на улице зима наступает, а на душе светло и ясно. На протяжении всего мероприятия звучали теплые слова поздравлений, а дети радовали собравших концертными номерами. Поздравить своих мам в роли артистов – разве не лучший подарок? Потому что и мама тебя видит, и для других ты выступаешь, чтобы было мамам приятно, чтобы они могли посмотреть, насладиться немного в свой праздник, отдохнуть. Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого не придумали, лишними они никогда не будут. В завершении встречи многодетным мамам были вручены праздничные медальки, сделанные руками детей. Гости праздничного вечера отметили: поддерживать друг друга, несмотря ни на что. В этом и есть секрет семейного счастья и благополучия. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».